Ассаламу алейкум, на родные! Я конкретно прогноз погоды от Сахакавана. Че, нормально, но прическа родная. Короче, со стороны севера начнем на. Это Павлодарье жестко холодно будет, так что Айкана, нормально дело кинджу, джанэн, не замерзни, а. Алсташна. Я в том. Город Чумкент, остых была, жарко будет, так же жарко, как моя любовь к тебе, деген сумас. Так что нормально, что ты пенджерный смело. И снимать что ли? И малс мои, адам он шкаф тру, сутра не син. Анан, ставляй тебе, убери. И не убирайте, персим син задолбал на. Мик, ты страшно в натуре. Потом, там, остальных городах, там, Тарас, родные, на нормальный джиндер, хорошая погода. Уйдем за Казбек Пухом, деген зима. В общем, городов много, нет желаний. Короче, нормально, тепло, весна, во, короче, двигайтесь там, девчонки, юбки там, чтоб не воняло там, понял? Чтоб там воздух, деген зима. Лица, она видео рыб. Ладно, прогноз погоды закончен. Кыздар, если что, хаварда, басым босына. Свободный волк, ладно? Все, родные, выключен. Айдос, нас ойвыш, мимор кут на натуру. Баха, баха, баха. Блин, не варим? Красный сарафан есть, брат, 36 размер? Да, да. Бишь, бишь, там, берет акишку. Сейчас аптешка, бармин. Аптешка, ну, 2,5 окончательно, аптешка. Дальше уже бумага, аптешка. Ну, куруши, попробуйте аптешку, куруши. Блин, она этот большая же. Нет, как раз на вырос же у тебя. Вот этот как раз, вот такой шапочка еще есть. Все. Муа. Стерву. Проходите, проходите. Что там, оптовая цена, заходим, заходим. Там да? Стильный, модный вообще. Да нет, что не то. Карандас, алыспа, алыңыз, алмайспа, идите, а. У нас тоже тут это. Привет, Джанг. Джанг, гони его. На, бля, вот. На, кандает, вот так было. Или вот так было. На, бля, я так перед рынцем не напрягаюсь. Присаживайся. 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 Джанг, присаживайся. Привет. Пристраивайся. Вот свои, короче. Джанг. Нормально? Чё, халай, Джанка, мощь, да? Бомба, ма? Сахалёк, ты такой романтик. Нормально, ой, ой. Официант, чё там, нормально сделать? Нет, тебе сюрприз. Софи Марта. Спасибо. Чё, нормально, Джанка, цезарь там, оно как положено. Угу. Официант, чё ты пересаешь? Ха, всё, от души. Бисмилля. Ё-моё, родной, попал в лукуйну. На Акшана приора, аламу, родной, ёд твою мазнит. Жан, сама счет закрою, не переживай. Дянка, ты натуре меня покорила, Дянка. Ай, ну жёк, сан, мя, баурм, стакан. Хакер карточками. Я сам, нормально, Макуш. Ай, блядь, твоя мать. Шо ты, жёзим утром, твою мать! Пошел нахрен! Нормально! В Германии служил, танки водил. Нормально! Тура ощущаем свой! Паниковать ты пишешь, хасмда, твою мать! Приехали, баба. Куда? Домой? Гонишь что ли? Отвези меня. Нет, домой приехали. Обратно отвези меня, бимбаулармия сделана. Твою матери не хочу видеть. Соседи уже ходят здесь везде, пожалуйста. Я пошел, мать! Сейчас мать чай будет стоять. У-ту-ту! Жайна! Чайвой! Твою мать! Чай, поставь, твою мать! Нормально, все, Жайна, твою мать! Телефон, лайк, твою мать! А так, люблю, ой, твою мать! Милена, гора! Я и выросла, что ли? Не смотрите, парень появился, да, кузен? Мам, а? Ты мой лишний, просто папа сразу... узнает, ой, бай, чё... Не говори! Не говори! Ладно, ладно. Доча, имя знаете, и хотя бы как зовут? Ну, Саша, и что? Казах полдор был нормально. Мам, все, Надя, все. Это не главное. Саша, если так Саша, мы вернемся ему, сейчас на дерьмовиски едет. Вот. Ой, красивый, ой-ой, голубые глаза. Прям у меня в молодости, знаешь, за мной тоже Андрюша бегал. Ладно, мам, он уже приехал, написал, я пошла. Давай, аккуратнее, я прикрою, а. Давай. Сол, Андрейке надо было выйти замуж, нормальный жир, где трат нет, казаки. Алло, ага,
Ой, а наша все уже, по-моему, замуж выходит, ага. Андрей Мед, Саша Мед, там просто его зовут. Эй, все, она кипишует. Ладно, ладно, ой-нявай там. Орстер, мен куда был латын болдык, блин. Сахалек и его переводчик. Че там, Айгулька, говорим? Безумное стеснение и влюбленность. Жесткий подкат и флирт с человеком противоположного пола. И пацаны, жесткий тема, конкретно оружие, железобетон. Очень интересный бизнес-проект, который приведет к успеху. Извиняюсь, молодой человек, не могли бы вы подойти поближе? И чё там? Универсальная фраза, здесь она означает: ну чё, как там у тебя на личном фронте? И чё там? Интерес с капелькой агрессии. Чё там, брат? Простой интерес с целью узнать, что творится в данной ситуации. Срыв спецоперации, облава, подстава, менты. Лариса, надо нормально мазать. Его сейчас не намажешься, оно потом все, знаешь, обгорит, оно мне надо. Ну хотя вот эта сметанка была бы идеально. Вот эти все крема, это химия все равно. Ой, ой, девочки, вы упали. Вы упали, девочки. Ну что ты, Ларис, там? Ща, ща, Людочка, ща под... Сын... Что-то у тебя здесь замкнуло, что ли, не да пойму. Да мне сыну надо отправить, что ж у тебя, блин, руки... Да что ж ты... Ой, ну и что, оно казенное, кому оно нужно? А мой полгода будет бошку свою мыть потом. Магнитиков нету на полотенце, можно так, что никто и проверять не будет. Они ж тут все богатые, они. Ой, ну, Ларис, смотри. Ну это что-то с чем-то, слушай, а? Смотри, какая... Ой, идет, идет, идет. Ой, доча, смотри, доча, что за лепота просто. О, вот так, это наш отель. Доча, что спишь уже? 6 утра, вставай, давай, уже купаться надо. Нужно лежаки занять уже, ты что, спать сюда пришла? Что стоишь? Мам, всё, ты зачем так много? Чего не останется? Нормально, лишнего пока бесплатно забираю. Мам, пожалуйста. Доча, вот эти крема твои, это полная ерунда. Вот это натурально. Даже волосы лечили мы. Фора воняет. Кто воняет? Ты воняешь. Люда, вот здесь море, мы отдыхаем. Кариша хочет привет передать. Вот. Петлю, здрасте. Да она завидует. Собака такая. Эй, подожди. It's okay. Вот это 200? Нет, смотри, не подходит вообще никак. Ты давай меня не дури, дорогуша. Смотри, вот этот материал я и у себя могу взять, дорогой, за ту же цену. У меня легкая рука. Этот, как его, переведи, легкая рука. У меня easy hand. Ой, ой. Эй, Карл, перестань. Ну перестань, сколько можно? Болдейна, Сёна. Слушай, Карл, то, что случилось, это просто стычка. И тебе надо отпустить эту ситуацию, ведь в жизни бывают миллионы конфликтов. И если ты будешь растрачивать себя... Эй, чёрт с мэна! Сам свои проблемы решать не можешь, что ли? Иди нормально сам пообщайся с ним. Раз на раз вытащи его, на. Приходишь, плачь мне тут, на. Позорно. Я в свое время, знаешь, думал. Так и быть, чемпион, а я дам тебе 20 баксов на карманные расходы, конечно. Эй, я в свое время, знаешь, да, ну, сам зарабатывал. Газ воду продавал по 2 копейки. Тогда рубль как миллиард долларов был, считай. Отходишь нам, просишь нам. Сопли вытри на, иди работать нам. Слушай, чемпион, я слышал, у тебя появилась девушка, это правда? Это замечательно, в отношениях надо быть бережным. Ема, че, кто-то там, че-то там, а? А что там уже, а? Активизировался, что ли? Эй, у нас тут, у кого-то, шалун на весь, пахана, о, пахана нам, молодец. Блин, братан, у меня ураза, я так устал, что-то капец сложно, хавать охота, жесть. Блин, нет, слишком наигран. А может как есть, может... Не, не пойдем. Ну таких скромных любит, наверное, типа... Нет, так не могу. А может такое, знаешь, что-то между настоящим... А что это? Да, что такое? Нервный тик? Пойдет. Но потом спали. Разница большая между... И потом... Так нормально. Вы такой смешной. Не пойду никуда.